Привет, друзья! Сегодня будем готовить выпечку из черничного варенья. Мы уже положили сюда 2 яйца. Теперь нам нужна 1 щепотка соли. Теперь мы выливаем 1 стакан варенья. 2 стакан варенья. И 0,5 стакана варенья. Полная чайная ложка с бугром. Сода. Перемешиваем соду с вареньем и яйца пока что не затрагиваем. Что это за реакция пошла? Это сода гасится. Стакан теплого молока. И еще половина стакана молока. 3 стакана подсолнечного масла без запаха. Перемешиваем. Добавляем муку и замешиваем тесто. Мы потом скажем, сколько ушло муки. Нам понадобился 1 килограмм муки. Вот какое тесто должно получиться. Пьётируем, смазываем маслом. Чуточку присыпаем мукой. Тесто выкладываем. И разравниваем. Чтобы было ароматнее, посыпаем мандариновым сахаром. Убираем в духовку. Вкусно? Угу. Мандариновый сахар чувствуется? Да.